Привет, ребятки. И это Study With Me. Сегодня суббота. А значит, нужно делать домашку на всю неделю. Ну, почти на всю неделю. Сейчас я хочу сделать себе прическу. Скажем так, пучок с помощью такого кравика, чтобы волосы не мешали. И начну домашку выполнять я с алгебры. Приступаю к алгебре. Я уже сделала домашку по алгебре. Теперь начала писать конспект. Алгебру я закончила. Вот такой вот у меня получился конспектик. Я буду делать физику. В общем, я уже все написала. У меня получилось очень много. Почти 4 страницы. Физика тоже сделана. В общем, я сейчас выступила к белорусскому языку. Начинаю с того, что оформляю конспект. Пока у меня вот так. Я только начала. Я перекусила. Ну, как перекусила? Плотненько так покушала. Потому что уже есть хочу. У меня до сих пор болит рука. После того, как я писала физику. Вот. Но продолжаем делать домашку. Кстати, геометрию мне делать не нужно, потому что она мне уже сделана, я ее сделала еще среди недели. Итак, ребятки, я закончила конспект делать по белорусскому языку. Теперь буду делать само задание, которое нужно сделать по белорусскому языку. И здесь слишком много писать. Нужно списать вот этот текст. Белорусский язык я тоже сделала. Теперь буду делать русский язык. Русский тоже сделан. Теперь я буду делать русскую литературу. Ребят, в общем, я сделала... Вот, я сделала русскую литературу. Сейчас перекушу. Кушаю сникерс. Вот такой вот сникерс. Такая вкуснятина у меня. И здесь еще фанта. Вот. Подкреплю мозги шоколадом. И продолжу дальше. Буду делать английский язык. Английский я уже сделала. В общем, ребят, я уже сделала пару предметов без камеры. Мне остался последний предмет. Это всемирная история. Вот так вот выглядит тема. Я уже очень устала. Но у меня остался последний предмет. Так, ребят, историю я сделала. Такая вот у меня получилась красота. На этом все. Всем пока и до скорых встреч.